네, 목사님 이렇게 한국에서 뵈니까 너무 반갑습니다. Я очень рад, что вы видит вас в Корее. 저희가 이스라엘 갔을 때 뜨겁게 환영했던 걸 기억합니다. Я помню, как вы встретили нам, когда мы были в Израиле. 목사님 한국에 오신 소감이 어떻습니까? И как вы чувствуете, что вы в Корее? Я очень рад, что я сегодня здесь. 오늘 이곳에 오게 된 게 너무 기쁘고요. И когда мы встретились с вами в Израиле, я почему-то почувствовал, что мы скоро увидимся в Корее. 그리고 이스라엘에서 목사님을 뵀을 때 왠지 곧 보겠다는 생각을 들었는데 이곳 한국에 와서 이렇게 곧 뵙게 되었습니다. И меня по-настоящему коснулась ваша искренняя любовь к еврейскому народу. 그리고 목사님이 이스라엘 향하신 그 사랑이 진실된 사랑임을 너무 느끼고 있습니다. И я верю, что это будет прекрасное время вместе с вами здесь, в Корее, для нашего и физического, и духовного укрепления. 그래서 육체적으로 또 영적으로 이곳에서 세미나 있는 기간 동안에 저희에게 너무 귀한 시간이 될 것 같습니다. 네. 감사합니다. 네. 그리고 감사합니다. 목사님은 이제 앞으로 원하든 원하지 않든 하나님의 계획 속에서 이스라엘 어떤 그 교회의 리더가 되고 있습니다. Вы становитесь как лидером в Израиле, и даже вы не хотели, но вы уже становитесь как лидер. 그래서 우리 목사님의 그 역할과 또 앞으로 리더십을 기대하고. И поэтому ваша роль очень важна, и мы желаем, чтобы ваша роль будет еще. 앞으로 목사님 하시는 모든 일들을 저희가 중보하면서 어떤 그 뭐랄까요 열심히 후원해 드리고 싶습니다. Поэтому с молитвой мы будем еще и помогать с финансами для вашей пути. 네, 한국에서 큰 기쁨을 이렇게 엔조이하고 가셨으면 좋겠습니다. Я желаю, чтобы вы у вас были хорошие радость в Корее время. 감사합니다. 감사합니다. Thank you.